Сегодня Общественная палата Карачаево-Черкесии и Общественная палата Республики Абхазия подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Это позволит обмениваться опытом и укреплению связей между братскими народами двух субъектов. О целях и о содержании соглашения. Алихан Лепшоков. Нас объединяет общая история, и отрадно, что сегодня мы укрепим наши тесные связи с подписанием данного соглашения, подчеркнула председатель Общественной палаты Карачаево-Черкесии Елена Ляшова. В собрании по поводу данного знаменательного события собрались представители власти республики, общественники, члены Общественной палаты. У нас общая историческая судьба. Нас объединяет даже, я хочу сказать, общеисторический менталитет. И вот эта общность, мы ее пытаемся сохранить. Понимаешь, что Общественная палата такая же существует в Абхазии, и что здесь, что и у нас в Карачаево-Черкесии, задача наша — развитие гражданского общества, взаимодействие между общественными организациями. Мы еще больше хотим усилить это взаимодействие между народами. Мы хотим, чтобы взаимодействие привело к только положительным результатам. В свою очередь, заместитель секретаря Общественной палаты Республики Абхазия Изольда Хагба поблагодарила за радушный прием у нас в республике, подчеркнула, что данное соглашение позволит еще больше развивать и укреплять институты гражданского общества. Вы уже подчеркнули многообразие, национальное многообразие Карачаево-Черкесской республики. И здесь проживает наш братский народ Абазин, и поэтому мы особое чувство вкладываем в то, вот, подписание того соглашения, которое сегодня состоится, потому что Абхазы и Абазины – это один народ. После чего прошло подписание соглашения Общественной палаты Карачаево-Черкесии и Общественной палаты Абхазии. Данный документ позволит установить деловые контакты между советами и их рабочими группами. Это будет очень важным таким фундаментом по взаимному обмену опытами, по тому, как вы начнете еще лучше слышать друг друга, потому что, ну, Карачаево-Черкесии на самом деле такая очень братская семья. Конечно, у нас 5 основных народов, которые как один, единая семья большая живет, но у нас много десятков других народов, которые проживают также в Карачаево-Черкесии. В завершении мероприятия заместитель секретаря Общественной палаты Республики Абхазия Изольда Хагба подарила картину с изображением центральной набережной Сухума председателю Общественной палаты Карачаево-Черкесии Елены Ляшовой. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.